Привет всем. Я снова решил поточить из Стима, чтобы подзаработать медиков. В этом видео я буду пробивать усилия Стима с плюс 7. На плюс 10 желательно. Надеюсь, все будет хорошо. Изначально было 4 Стима на плюс 4. Но после того, как я облил их эссенции Стима, 2 из них отскочили, и только 2 зашли на плюс 7. Хорошая точка, заходит туго как в молодую. Пока я отдыхаю от напруги давления 3 атмосферы на 1/5 точку. Можете посмотреть, как приручить дракона, я почти в норме, сейчас понесется. Этот рептилоид похож на тетерева. Враг повержен, и мы переходим к заточке. Ну нахер. Отец! Ну ты видел? Ура, как я рад, одна зашла на десяточку, все складывается лучше, чем я ожидал. Как я рад, мои эмоции не передать словами, только шипящими звуками. А спонсор показа Печная Копыть. Копыть лучше с ней, чем без нее. Добывайте во всех дымоходах страны. Всем спасибо за просмотр, скоро будут видео с конкурсами и лотереями.